приехали! Это был мой 10-й рубль! Мама! Здорово всем, ребята! Кентуха на проводе! И прямо сегодня я собрал всех моих друзей-ютуберов. И я думаю, понимаете, для чего. Ребят, поздоровайтесь! А где друзья? Здорово всем! Всем приветики! Hello, hello, hello! Короче, братва, я вас всех тут собрал, чтобы сказать только одно. Официально Кента ПК нищий. Посмотрите на голдишки на балансе. Вы это видите? Я нищий. Не, мы не видим. Мы не видим. А! Подождите, вот сейчас видно, сейчас видно. Ты что, это много? Нифига себе. Братва, на самом деле для меня это очень волнительный момент. Уважаемые подписчики, поддержите нас с ребятами. Потому что мы все решили, что скинемся поровну на этот крафт. Да, пацаны? Нет, пацаны! Короче, братва, чтобы вы понимали, это самое дорогое видео в истории моего канала! Игрок Синвиз включил. Блин, опять здесь холодник не видно, братва. 10 снэмлось фрагмента. Прямо сейчас мы сделаем это. Подожди, это фотошоп? Нажми, это фотошоп. Так это приватка, все. Вы посмотрите, 120 тысяч я потратил. Не, ну ладно, я покупал по закупу, но все равно много потратил, реально. Я ради этого момента, я продал все мои скины. Посмотрите мой инвентарь, официальный тернищий. Я нищий, все! Это все, что у меня есть! У меня даже аркана нет! У меня даже аркана нет! Кент. Нет аркана даже! Пока тебя не было, мне Холдик сказал по секрету, он не хотел тебе говорить, говорит, если тебе упадет отсюда, ну, не маг 10 рубит, то он тебе свой отдаст. О, спасибо, братан! Братан, смотрите, я Холдика встал вместо скина. Я не заметил. Ладно, все, ребята, прямо сейчас, смотрите, вы понимаете, нам надо маг 10 руби. Уважаемые подписчики, хэштег маг 10 руби или в рот. Такой странный хэштег. Все, ребята. Хэштег В2. А что, подожди, а что может выпасть тут-то? Ё-моё! Давайте сделаем прогнозы. Мне плохо! У меня идея. Давайте, кто угадает, что выпадет, тот забирает скин. А если никто не угадает, Кентуха забираешь себе. Братва, я хочу маг 10 рубей. Просто если подать маг 10 рубей, это будет лучший день моей жизни. Ну а если мне выпадет... Ой, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, вот это просто пыль. Давайте все вместе просто крикнем пыль. Раз, не, два, ну три. Повесишь... Пыль! Братва! Братва! Ты что закидал? Моя ставочка, что упадет чарм в В2. Я надеюсь, что упадет чармик какой-то. Не понял, братик, тебе надо, пусть он упадает. Чармики сейчас очень дорого стоят. Ладно, ребят, давайте так. Смотри, я хотел, чтобы мне упал в В2, а мне упал стик Мимикрай. Мимикрай это самый дорогой. Так, маг 10 руби самый дорогой сейчас. Ну, на втором месте после маг 10 руби. То есть нам надо или маг 10 руби, или Мимикрай, правильно? Да. Поэтому тебе надо захотеть В2 искренне, чтобы оно упало. Да. Блэкспот. Пацаны, смотрите. Вы знаете, что если я сейчас просто возьму и открою, мне не повезет. Мы должны сделать целую процедуру. Знаете, в чем она заключается? Я закупил кучу. Скорпион скинул статреков. Мы сейчас сделаем крафты, потом делаем крафт аркан фрагментов. Сейчас, не? В смысле нельзя, братуха? Можно! Могу тебе дать подсказку. Хочешь, прислушивайся, хочешь, нет. Но если давай все сейчас 10 намелис фрагментов переместить на мой аккаунт и открыть здесь, у меня повышенный шанс. Реально? Хочешь, верь, хочешь, нет. У меня повышенный шанс на выпадение маг 10. Тише, ребят, вызывайте врача, походу видео не выйдет. Ну, мне понятно, плохо. Ну, как хочешь. Ладно, не, брат, лучше на моем аккаунте. Духа засал, сыканул. Все, братва, нам надо для разминочки просто сделать такой легенький крафтик Скорпион коллекции. Легенький! 10 скинов и Скорпион такой уже закинуть? Статреки, жалко, конечно, мужики, но это все обряд, чтобы нам выпал величайший скин маг 10 руби. Какие Ориджин нельзя крафтить, алло. Как думаете, что сейчас выпадет? Начнем просто из крафта Скорпион коллекции. Так, разминочка. Керамбит голд. Можно вопрос? А что вообще есть Скорпион коллекции? Я уже забыл. А, брат, а Кэр Драгон статрек. Это самое дорогое. Так, а второй что? Брат, остальное пыль. Остальное не надо. UMP Beast, что ли? Нет, Rival. Прошу, пацаны, давайте каждый из вас по очереди скажите такое небольшое заклинание, мы делаем крафтик, и после этого приступаем к Nameless фрагментам. Чтоб тебе выпал чарм В2, поехали. Ашалай, Махалай, В2, падай. Драгон!
Не, ну Холдик нормальный чел, сейчас по-любому даст нормальное заклинание. Хочешь, спасибо. Чтобы выпал спайк, поставь лайк. Давай, брат. О, это просто разминочка. Сейчас просто мы узнаем, будет сегодня хороший крафт или нет. Просто вот так узнаем. Давай. А ну-ка. Так. Вау, анимация. Да! Это моя мечта! Имба! Стоит, ну, кстати, шанс был на этот калаш 50%. То есть. Не, слушай, начало хорошее! Начало хорошее, пацаны! Мне прям очень нравится! А, кентуха, так он стоит 1800 голды. Брат, давай так. Я мог вообще выйти в жесткий минус, мне там мог выпасть какой-то другой. Какой там еще скин? Ну, короче, вы поняли, какой-то лажовый. Поединок самурай. Да, поединок самурай. А, стоп, это фейбл коллекция! Фух, ребята, давай. Это скорпион коллекция. Я чего-то не знаю. Не, фейбл М4 самурай, тут по 90 самурай. Все, братва, давайте. Крафтик номер 2. Опять разминочка, опять разминочка. Ого, как жарко! Ребята, хэштег не перхать. И поехали. А ты же не забустил, тут надо бустить, понимаешь? Да, брат, да, да. Я не знаю, у меня такое ощущение, брат, что буста не будет. Ну ладно. У меня такое ощущение, что надо без буста. Я не знаю, ребят, я понимаю, это максимально необычное видео. Это столько старей в никуда! Не, поэтому... почему тебе не, почему? Ну, или тебя может упасть 90, 90, чувствую. Эчпочмак никто не выбивал, кстати. Кстати. Не-не-не, эчпочмак не надо. Первый в мире выбил эчпочмак, назовешь видео. Ты шо? Рикарди, брат. Уже маг 10 рм. Нужно волшебное заклинание, брат. На Кэрдрэгон. Понимаешь, мы сейчас сделаем обряд, чтобы нам потом выпал маг 10 руби. Братик, давай заклинание, волшебное. Давай так, Артём, ты слова, а я движение. Да у меня нет. Я же сказал. Да, давай, го. Давайте, тут, к сожалению, падает по 90, Кем, сорян. Тут не. По 90. По 90. Это все Рик! Рикардо, да брат, ты что творишь? Ничего себе. Ох, ребята, а как? А вы не слышали? Как так? А я предупреждал. Фух. Ну, это нормально, Кенту. Нормально? А, вы знаете, что я потратил? Я вам сейчас покажу историю, вы еще просто будете в шоке. Смотри, это что я продал. Я этому аккаунту более 2 лет. Я этот аккаунт 2 года назад закупил Rivals сундуки по 100 голдишки. И я ждал того момента, чтобы надо было продать эти Rival кастики. И прямо сегодня, ну, или прямо вчера, я их продал, чтобы сделать контент. Блин, вот это зря. Да они вчера стоили вот по 14 голды, сейчас они уже по 2000 стоят. Я запросы на них ставлю сейчас. Просто же понимали, чекайте мою историю, чекайте. Ну, чтобы не думали, что это кликбейт. Я продал просто все. Я продал даже Хэллоуин стикерпак. Я все продал ради этого крафта. Фух, это очень жестко. А покажи, за сколько ты купил Nameless фрагменты. Братва, сейчас я подвигаю вебочку Рикардика, и вы видите. То, что я купил... Ниже, ставь, ниже. По 9 кострей. 9 кострей просто улетел. Смотри. Но это один раз. Нормально, нормально. Ну, чуть-чуть. Ну, средняя цена, я думаю, это где-то 8,5-9. Обалдеть. Я продал даже мой М9. Я продал Кэрдрэгон. Я просто продал весь мой инвентарь. И это все, чтобы сегодня мы, понимаете, нас с вами будут публиковать книжки по истории. Мы с вами станем частью истории. Мы с вами сделаем эту грязь. Я сегодня стал официально нищим. Нет. А ладно. Я сам замотивировался, кентуха. Что понимаешь? Мы первые выбьем эчпачпа. Да, не. Все, братан, я думаю, мы уже потихоньку приближаемся. О, а сделай крафт легендарный фрагмент. Годовый. Брат, давай, давайте, легендарных сделаем крафт. Мы тоже откроем? А, стоп, я повысил редкость. Реально? Сейчас столько голды сумасшедшие. Все, братва. Не, давай скин. Легендарные пропали. А, вот они. Давай скин сделаем, скин. Смотри, стой, по сути, шанс тут ровно такой же, как и Nameless. Давай посмотрим, какой, какая Олега упадет по счету. Значит, тебе бы сейчас бы такой бы скин упал. О, давайте так, да, смотрим. То есть мне надо или тег 9 Fable, или АКР 12 Мимикрай. Давай. И если мне сейчас что-то из этого упадает, значит, сегодня мой день. Ё-моё! Нет! Окей, это эчпочмак уже пошёл. Это чё за... Вот оно, поэтому в мире! Братва, я вас прошу только одно, напишите, пожалуйста, хэштег не эчпочмак! Нет! Я не хочу быть нищим! Вы понимаете, ребята, это видео? Я не знаю, есть ютуберы, которые тратят на видео 100 тысяч голдишки, есть, которые тратят 200 тысяч голдишки, а есть ютуберы, которые, как я, максимум 10к тратили. И для меня потратить сегодня 100к, это просто, ребята, high level. Кентуха, это не чмачмак, это было в МТРЖ Хантер, только что посчитал. Реально?
Да, да, он, да, упадет. Ты выбил АВМ Трэжхантер. АВМ Трэжхантер. А вот это что? Ну, а вот это что? Точно Чпачмак, наверное. Это ESP Genesis, кстати, кентоха, ESP Genesis. Да блин, ESP Genesis это пыль. Два минуса. Кен, два минуса. Подождите. Братва, подождите. Ято, вы видите вот это? Вы видите вот это? Мы сейчас поняли, откроем, короче, их все, а потом будет Nameless Craft. Ладно, да ладно, шутка. Пару штучек для удачи и сразу же кабанчиком открываем. Подожди, ты же сказал, что их продал. Ну не все, не все. У меня было, короче, 300 штук. Я тебе поверил, значит, думал, ты все продал. Мафло, мафия, врет. Все, братва, давайте. Братва, техника легкой руки, кто знает ее от Вели. Меня учил сам Веля. О, на! Че учился? Говорю, учился Веля техники легкой руки. Ё-моё, да почему? Нормально. Оку. У меня чё-то такое ощущение, что будет все очень плохо. Может, не сегодня открывать? Кент, ты должен выйти на 5000 голды в минус, чтобы ты выбил маг 10 руби. Брат, ну мне кажется, я уже в больше минуса вышел. Брат, я уже минус 100 тысяч голды примерно. Перед началом это видео было. Да, очень почмак мне не надо, это пыль. М4 гран-при. Окей, понял. Уже эпик, вы заметили? Второй раз уже сразу эпик. Трех, смотри. Второй раз. Сейчас будет легендарка. А потом будет аркана. Он же капец низкий. Там сколько шансов? 10%? Брат, не знаю. Такой же низкий, как Бобби Джон Тик-Така. Погнали, родной. Ух, давай. Я говорю, это работает. Чекайте. Кстати. Сейчас будет легендарка. А сейчас должна выпасть аркана. А после этого мы это делаем. Что, братва? Давайте. Делаем вот так, бустецкого. Если сейчас падает аркана, то все, мы делаем крафт. Да. Если сейчас падает аркана, мне 100% падает маг 10 руби. А если погнали падает... Погнали открывать ривел до арканы, пока не выбьем аркану. Блин, по 350 рали. Обнулил шансы. Нет, сделай... Терзанова надо. Сделай скин из аркан фрагментов этих. Брат, я чуть не забыл. Вот это хорошее замечание. Братва, мало ли подписчики видят. Боже, давайте холдика подвинем. Супер, Кент, я хочу тебя... Немного тебя хочу обидеть. Сколько стоит одно создание аркан фрагмента? Вот, вот сейчас стоит? Обидно было. Брат, вот ну примерно полтора косаря. Полтора косаря. Два косаря, да. Смотри, два косаря. А теперь сколько ты получишь максимум с этого? Брат, я получу перспективу, понимаешь? Я работаю на перспективу. Брат, это бизнес. Первый год бизнес работает минус, а потом плюс. То же самое я делаю буст аркан фрагментов. Видно, что я Рокси опытный, да? Не бизнесмен, да. Брат, давайте так, давайте договоримся, если мне сейчас выпадает АВМ, вот АВМ, Хонна и Тейша, вот это, то значит, мне будет маг 10 руби, выпадет. Поняли? А если выпадает Фальсен Вином, значит я тупо неудачник. Поехали! Ну есть такой вариантик. Го-го-го-го. Ух, давай. А если М4 самурай? Аркана выпал, так это еще успех. Самурай. Ребят, мы приближаемся к этому историческому моменту. Монтажер, включи какую-то интригующую музыку, потому что мне плохо. Мне жарко, ребята, это не то, что конец нерв сломался, мне просто жарко. Нервы на пределе, Я включу 18 градусов, не могу просто. Все, братан, давайте прямо сейчас. А у меня 16 включается. Делаем бустецкий. Братан, я раскрою секрет, что это не температура воздуха. Это температура, при которой он будет отключаться. Ух, у меня давление поднялось. Это предпоследний уже, да? Да. Все, и мы прямо сейчас начинаем. Боже, он это сделает. Давай, Кетуха, делай это. Все, братва, давайте. Просто все, после этого. Если Пепа... Это маг 10 рупий, вы помните? Это маг 10 рупий. Это импа. Реально? Да, я говорил, что если будет АВМ, Хон и Тейша, это будут маг 10 рупий. Я не верю. Все, я начинаю. Все, давайте, я прям сейчас. Ты уже идешь крафтить, подожди. Нет, мы не готовы. Подряд не падает, алло, не падает подряд. Магнисят руби два раза. Брат, выпади. По факту. Сегодня будет исторический момент. Братан, включайте камеры. Зовите ваших родителей. Зовите ваших детей, всех зовите. Если кто-то меня смотрит во дворе, зовите всех. Ребята, поднимайте ваши стволы. Мы прямо сейчас. Они забанят? Запрячьте скин. Не-не-не. Это что за USP, брат? Это скин для нищих. Это не я. Мы это не нищие. Это спойлер, что? Это спойлер. О, братан, давайте скажем. Не, стой, забусти, вот, хорошо. Маг 10. Давайте, я хочу сделать буст, я не знаю. В руки, не, возьми в руки. В руки, брат, взял в руки, как ты говоришь, взял в руки? Ой-ой-ой. Хотя все, кто так бустили, никому не падало. Может, не надо так бустить, потому что... Блин, братва! Мы
выброси! Как же это стрёмно! Как же это стрёмно! Ребятки, вы готовы? Скажите мне только одно. Нет, если честно. Нет, не готовы. Включи сейчас экран открытия. Так. Так. Включил. Так, я включил кружок себе в Телеграм, теперь я готов. Давай, брат, поехали! Брат, какой Телеграм, это запрещенка! А давайте все выложим в Телеграм кружок, типа, кем-то упало вот это, можете роль вернуть. Ребята, прямо сейчас я спрошу каждого сказать один волшебный хэштег, и мы начинаем делать этот исторический момент! Это история! Братва! Блэкспот. Давайте хэштег Кент не Пепа, и мы начинаем. Да нет! Я говорю, Кент не Пепа хэштег, вы чего? Короче, пошмак. Кентух. Давай так, если ты падает шармик, то ты Пепа. То ты официально Пепа, давай так. Да, если падает шармик. Брат, любой выбьет такая пыль. Не выпадет. Окей, этот месяц тебя все прям вот там обзывают Пепой. Называют Пепой, да, реально. Канал переименуешь на Пепа. АПК. Пепа АПК, реально. Пепа АПК. Все. Если выпадет МАК-10 Руби, то только Ера будет Пепой, а? Как это? О! Давайте. Подожди, мне кажется, надо набрать еще кого-то ютубера. Для удачи. Реально? Подожди, кому выпал МАК-10 Руби? Есть такие ютуберы? Да, Арткул. Арткул? Набираем Арткула. Ему реально выпал? Братва, набираем эту перхоть. И погнали. Быстро Арткула сюда! Ребята, мы пригласили специального гостя. Это Арткул. Этот человек, он выпил МАК-10 Руби. Сколько раз, брат? Сколько? 2 или 3 или 4? Один. Арткул, подожди, а ты куда тыкнул, чтобы тебе он упал? О, расскажи. Брат, нам нужен совет эксперта. Прямо сейчас очень важный момент. МАК-10 Руби может быть нашим. Монтажер, включи блюр. Давай, показывай куда. Кентуха, ты готов этот лазер залутать? Какой лазер? Кикай его. Смотри, обязательно цапельку сделай. Сделай сейчас цапельку 3 раза, и тогда повезет. Вот так, 1, 2, 3, вот так, да? Не, а это вот так. Вот так. Цапельку! О, да, а, да, вот да, так? Да, да, кинку. Да, 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 да. Это реально делай. Поможет. Да, делай. Конечно. Цапельку, только подстраховку сзади поставь, если упадать будешь. Бутылку. И вот так. Кент, если будешь крафтить, на мягкий знак тыкай. Брата, давайте так. Я вас прошу только это. Каждый из вас дайте мне какие-то хорошие напутствия и пожелания. Я открываю. Все. И мне надо делать эту резину. Ну, я желаю тебе, когда выйдут мега ящики, Леона выбить. Первый. Не повезет тут, там повезет зато. Да в смысле не повезет тут? Я говорю, напутствие хорош. Так, я напутствие. Смотри, на глок релик наклей львов, они подходят. Чего? Какие львы? Слушай, у тебя МП-7 туда этот чарм. Ладно, Кент. Я предлагаю, пока не поздно. Все, типа, давай. Желаю тебе золота. Чего? Понимаете? Ни один мне ничего хорошего пошел. Давай так, подпишись. Это что, у тебя дорого упало? Я тебе желаю хорошего, Кент. Пока не поздно, продай по 8 тысяч. Пока не поздно. Мне как раз не хватает 8 штук. Братва, пожалуйста, поставьте видео на паузу, подписчики. Напишите какие-то хорошие пожелания прямо сейчас мне в комментариях. Хотя бы вы, братва, хотя бы вы не пишите, что я Пепа. Что-то хорошее, мы открываем. Реально? Давай, братва, чудо. На мягкий знак не забывай, на мягкий знак. На край мягкого знака. Подождите. Братва, можете поднять кулачки? Стоп. Кулачки поднять. 99. Кулачки. 87. Холодник, поднимай все кулачки. 89. Давайте. 84. Ну, братва, с 10. Давайте с 10. Какого? 10. Ты рофли, что ли? 9. 8! Я никому не нужен, понял? 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Я нажал! Реально? Я нажал! Ах, ты ж байтер! Ну ты не такое? Отжал! Подожди! Ты не отжал! Вы кулачки все подняли! Скажите мне только одно! Давай! Да. Вот! У меня нижний. Все подняли! Братва. Подожди, Кент, это же мистер... Кент, да. Блин, как долго вот это... Мы ждем брелок В2, пипец. Кент, тебе надо... Я уже запрос поставил. Братва, у меня уже рука болит. Подождите, братва. Рикардо, говори, брат. Рикардо что-то хорошее скажет. Тебе нужно срочно отжаться 5 раз, если ты хочешь нормальный скинчик. Чуваки, 5 раз отжаться. Все. Ну, давай. Давайте, мужики. На мягкий знак, Аля, на мягкий знак. Мягкий знак. Все, давайте. Все, я отпускаю. Вы готовы? Кент. Выпадает чарм. На край мягкого. Давай, все, 3, 2, 1. Да, поехали. Там был мой 10 рубль. Давай, пошла! давай. Ну почти В2, бро, не расстраивайся. А мог упасть чарми, Кентуха. Кстати, помнишь, что ты говорил про лидер? 100 тысяч на эту пыль.
вашу Машу, а я говорил Лазеру. Это все вы! Это все вы мне! Это Арткул, кстати, говорил, что тебе упадет. Я не говорил, не зови его. Я не говорил, была речь, да, Арткул вначале. Это все Арткул, походу! Мне буду сказал какой-то неправильный способ выбивать. Братва, мы в минусе на 84 тысячи голды. Сейчас вроде забусился. Смотри, уже скоро можно будет делать крафт, понял? Уже прошлись по плохим этим, скоро будет нормально, друг. Ну почему? Ну почему вам все везет? У вас же все выпали нормальные скины. Да, мне выпал МАК-10. Мне Мимикрай выпал. Мне вообще пипец. Мне два раза МАК-10 выпал. Я один раз Мимикрай. А что там, еще что-то падает, не понял? Мне 5 десяток, да. А вы говорили, ютубера падает только дорогое, не? Внезапный шарпкейс. Сейчас жестко везет тебе отсюда. Я отсюда падаю, МАК-10 руби, смотри. Даже тут не повезло, даже тут, братва. Если вам жалко меня, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, напишите любой хороший комментарий. Хэштег я нищий, я продал весь инвентарь ради. Хэштег Пепа. Кто Пепа? Братва, на телеграмчик подпишитесь, 2000 лдишки вам разыграем, так сказать, кэшбэк из моих 100. 2000 лайков и снова открывайте. Всем пока! Кстати, покусики!